В газетно-журнальном издательстве произошло крупное возгорание. К счастью, только в ходе учений спасатели МЧС оперативно ликвидировали огонь. По легенде, пожар возник в кабинете бухгалтерии на 5-м этаже в результате короткого замыкания. Работники, обнаружив возгорание, тут же позвонили в диспетчерскую пожарную охрану. В ходе учения один условно пострадавший спасен, огонь оперативно потушен. По словам специалистов, подразделения с поставленными задачами справились хорошо.